Короче, смотрите, друзья мои, я хотел вам рассказать о барабане тайваньском. Говно, казалось бы, но, запятая, что могу сказать? Этот барабан размерами 15 на 5. Я не ошибся. Не 14 на 5, а 15 на 5. Смотрите, что он умеет делать. Этот барабан, в принципе, настроен достаточно высоко, но, как бы, по моей системе, здесь выкручено два болта. Вот, смотрите, вот. Они полностью выкручены. А барабан настроен обычным образом. Смотрите, что мы получаем, какой звук. Это все, знаете, мы слова, можно говорить, можно все что угодно, но вы послушайте просто звук. Обратите внимание, за счет чего делается этот низкий звук. Все болты настроены реально высоко. Этот барабан настроен просто высоко. Только два вот этих болта, вот от меня сбоку, вот там, где микрофон, просто вот эти именно болты не здесь. Потому что если вы настроите низко здесь, будет звучать отвратительно. Это проверено годами, поверьте. Именно эти два болта должны быть ослаблены. Давайте, что мы сделаем теперь? Мы проверим его среднюю настройку, натянув только лишь немного два этих болта. От двух этих болтов все и зависит. Обратите внимание, у нас нет ни демпфера, ничего, ни какой-то поверхности защищающей. Это не пластик, который обладает демпфером и какое-то что-то заглушено. Ничего не заглушено. Это... Сейчас смотрим среднюю настройку этого же самого барабана. Таким вот образом. Средняя настройка, а теперь эти же самые два болта, эти мы не трогаем, потому что они у нас настроены высоко, всегда у нас в них ничего не меняется. Мы просто берем и натягиваем эти болты до уровня, так, сейчас слышу, что немножечко машиночка, у нас немножечко, так, вот теперь. Вот теперь эти два болта у нас настроены на уровне, кроме вот этого, все. А вот теперь слушайте, как в целом звучит барабан, так как настроены именно эти болты. Офигенный барабан. Очень рекомендую. 15 на 5. Тайваньский обычный Людвиг. Стоит какую-то херню, но очень вам его рекомендую. Лично я. До свидания.